Валерий Константинович, добрый день. Решил я показать вам немножко свой зимний запас на весну. Это все ваше. По каталогу все, что выписывал, пришло. Кроме королевского абрикоса, психоталинский положили. Ну, может быть, как подарок, может быть, не знаю. Королевского только не было. Ну, в принципе, ничего. В прошлом году уже пророщены, у меня там штук 5 есть. Выращены. Так что так. Ну, тут крупноплодные ваши железо под номерами, которые Супер Серафим, Академик, Сверхранний Чернобаева. Тут 30, по-моему. Черешня есть Боднера. Там тоже смесь. Розовая венгерка досталась мне. Ну, сливы китайки и увеличенный крупный Ника, Этюд. Там, ну, много всего. И решил еще показать свой запас. Что я летом насобирал сам. Так, ну, начну, наверное, с груш. Семечки груш, которые я вам видео снимал. Груша, которая... С отводками, корнеотводками. Насобирал семечек тоже вот много. Так, это масранетка. Абрикосы, персики, абрикосы. Тут черешня поздняя уже, которая была где-то в конце июля, август. Ну, понятно, что это все с юга. Я хоть и в центральном Казахстане, в Караганде. Ну, я так думаю, что не слишком они отравлены. Абрикосов. Вот ящик я вам снимал, фотографию тоже летом. Абрикосы вкусные, понравились. Вот эти были с носиком, похожие на на академика. Ну, соответственно, они не ваши, они с юга. И там еще персики. Черешня. Это самая ранняя, которая появилась у нас весной. Самая первая. Абрикосы. Персики. Так, ну, это понятно, что это грецкий орех. Отдельная история. Так, это оранжевые были вот абрикосы. Вкусные. Вкусу понравились. Ну, соответственно, на рынке никто не знает никаких названий. Пишут всякую мишуру. Так, и вот это персики тоже мелкие, белые. Мелкие персики.